Привет, друзья! Читайте в июльском номере журнала «За рулем». Рено Аркана за миллион. Брать или нет? Переборка двигателя ВАЗ-11-186. Теперь без втыка. Едем в боевом режиме. Лада Веста Спорт за миллион против Kia и Hyundai за 2 миллиона. Toyota Supra едет как BMW, а выглядит круче. Разрушаем мифы. Сахар в бензобаке. Хана мотору? Секонд-хенд. Kia Rio и Ford Kuga. Своими руками ставим мультимедийную систему Яндекс.Авто. Новая Lada Granta Cross. Зачем ей робот AMT? Lexus UX и Jaguar E-Pace против Volvo XC40. Это и многое другое в свежем выпуске журнала «За рулем».